Всем приветик! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, как я готовлю фаршированный перец. Это летнее блюдо, которое любит вся наша семья. Нарезаем лук на мелкий кубик, морковь натираем на терке. И обжариваем все на растительном масле. Пока наша зажарка готовится, натираем помидоры на терке. Зажарка наша поджарилась. Одну часть убираем в тарелку, а другую оставляем. В оставшуюся часть на сковороде выливаем томат. Солим по вкусу, добавляем немножко сахара и черный молотый перец. Все, пусть тушится минут 10. Дальше нарезаем немного капусты. Я всегда ее добавляю, мне так больше нравится. Нарезаем мелко пучок петрушки. Отправляем к капусте. У меня фарш свино-говяжий. Отправляем к нему остывшую зажарку. Сюда же рис, сваренный до полуготовности. И нарезанную капусту с зеленью. Солим по вкусу. Добавляем сухой чеснок. Черный перец молотый и мои любимые специи, хмели, сунели. Хорошо все перемешиваем. Подготавливаем перец, срезаем верхушку и удаляем семена. А теперь берем перчик и плотно наполняем его фаршем с небольшой горкой. Складываем в кастрюлю, сверху выкладываем зажарку, вот такая аппетитная зажарочка. Андрюша уже попробовал с хлебом, сказал, очень вкусная, оценил муж. Сюда же вливаем 2 стакана воды, примерно до середины перца. До полна кастрюли не нужно, потому что и так все пустит сок. Сюда же добавляем душистый перец, лавровый лист и черный перец горошком. Накрываем крышкой и ждем, пока закипит. После закипания я еще солю по вкусу, по своему вкусу. Опять плотно накрываю крышкой и оставляю тушить 40 минут на небольшом огне. Все, перец готов. Все, я голодный. Буду есть. Приятного аппетита. Клади, сколько тебе нужно. Я 2 возьму. Можешь и 3 взять. Вот такая красота, запах. Всем приятного аппетита. Получается очень вкусный перчик с вкусным соусом. Мы любим со сметанкой. Ну как, вкусно? Это очень вкусно.